И еще одно ДТП в столице. В этот раз виновником стал водитель москвича с арсеналом оружия в машине. Авария произошла на мосту Патона. Легковушка на скорости вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик. От удара водителя зажало в салоне. Его госпитализировали в критическом состоянии. Во время осмотра в багажнике москвича нашли оружие, боеприпасы и гранаты. Вначале полицейские заявили, что арсенал учебный, но затем сообщили, что окончательные выводы сделают уже после экспертизы.